Харатхову сегодня в очередной раз молодежь молодой ставит рекорд Харатхову, показывает пример не только как спортсмены, но и как дети, внуки, правнуки, которые чтят память своих дедов, прадедов. Это очень здорово. Здорово, когда люди вот так вот откликаются, приходят, особенно это со стороны молодежи, это всегда приятно видеть, когда молодежь готова и вести здоровый образ жизни, поотжиматься, и в то же время показать ветеранам, что они чтут победу, чтут тех людей, которые эту победу могут.